Ну мы по бумажке будем, вы нас извините. У нас все. Мы и по бумажке не будем. Слет у нас проблемный. А где проблем нет, мы создаем их сами. Нет. Поэтому мы решили провести детский утренник сейчас, ну, пока не расцвело. А поможет мне замечательная девушка, бывшая комсомолка, красавица и спортсменка Олеся. Вот. Олеся, микрофон ниже к себе настрой. Ага. А сейчас мы приступим к формированию двух команд, которые будут биться. За что биться? Биться будут за традиционный калужский кубок. В виде трехлитровой бутылки водки. Ну, естественно, детской, безалкогольной. Так, набираем команды. Команды, пожалуйста, на сцену. Давайте. Ну вот. Дети, я очень много вижу в зале детей. Сюда. Подходите ко мне. Кто чувствует себя ребенком? О, один. Это твой. А вот ребенок весь татуированный на полках. А я уходит. Идите сюда. Увидела ребенка, просто сразу к нему. Не будет команды. Нет, все, я в твоей команде. Отлично. Я в твоей команде. Аплодисменты моей команде, посмотрите. Итак. Какие дети, боже мой. Так, у тебя команда готова? Да. Ну, предъяви, пожалуйста, что-то там как-то... Нет стройности в вашей команде. Как это нет? Стройно? Так, команда! Команда! Рнись! Мирно! Больно! Мирно или смирно? Можно разойтись уже практически. Значит, а какие команды без болельщиков? Вот я думаю, что правее вон того замечательного мужчины... Кепочки. Вот этого интеллигентного мужчины в кепочке. Это наша команда. А левее вон той неприятной женщины, это их болельщики. Что он такое говорит? Нет, я думаю, что совершенно все по-другому. Значит, вот этот прекрасный джентльмен, от него левее, это болельщики нашей команды. А вот от той дамы неприятной наружности, вот так вот направо, а это болельщики его команды. Аплодисменты, наша команда! Так, стоп. А давайте болельщики нашей команды, покажите, как будете вы нас поддерживать. А как вы будете реагировать на их команду? Кто так болеет? Так, болельщики, посмотрите, какая у нас команда. Давайте покажем, как надо болеть в конце концов. Что-нибудь такое сказать так, про эту команду. Но половина успеха это название. Вот, например, вот мы пестики и тычинки. Вот мы пестики, а вы тычинки. Это мы пестики, да? Это мы пестики. Посмотрите, это мы пестики, а вы тычинки. Мы тычинки, да? Мы тычинки. Посмотрите на нас, какие же мы тычинки. Мы не тычинки. Это мы пестики, а вы, например... Покемоны, не побоюсь этого слова. Мы покемоны. Но если вы покемоны, тогда вы эти, как их называется, маргиналы. Это мы маргиналы, да? А что, да, прикольно. Покемоны против маргиналов. Да, может быть, против Марго, например. Ага, тогда пока против Марго. Нет, давайте придумаем свои названия, да? Команда придумывает свое название. Давайте классное. Вы встречались, да? Встречаемся, как это. Ну, говорите. А вот у нас капитан сейчас скажет. Сударушки.
А у нас такие сударышки, которые могут за себя постоять. Сударышки, фигарышки. А у нас команда называется «Ненастоящие индейцы». Спасибо, подопадите. Но чтобы не было проблем, то судей будет два. Ну, чтобы не было никаких проблем, да? Ну, у нас что-то проблемное, поэтому от нашей команды судья буду я. Придумал, да? Ну, от нашей команды судья буду я тогда. Объявляем первый конкурс. Для самых маленьких. Азбука! Или угадай букву. Загадки. Загадка исполняется впервые. Он рожден в СССР. Он на радио, везде. Крутит сальто под фанеру. Он певец на букву «Г». Газманов! Правильно, на букву «Г» Газманов. Ну, естественно, правильно. Это наши болельщики. Их болельщики. Хорошо. А у нас все куплено. Они вам подыгрывают. Стоят тети у дороги, подзывают всех к себе. Жальтесь над ними, боги. Эти тети с буквы Б. Правильно, бабушки картошку продают. Ну ладно, он про тети, и я тогда про дяди. Стоит дядя у дороги с палкой в кожаном ремне. На погонах звезды вроде. Он чудак на букву «М». Правильно, милиционер дорогу регулирует, но это нет, загадка. Может быть, кто-то и на «М», а он именно на «М». Хорошо, давайте следующую загадку. Что рождаемость повысить, чтобы все в стране поднять? Как советует ТВ, ежедневно принимать препарат на букву В. Правильно, В. Они подсказывают. Но не Виагра, а Владимир Владимирович Путин, как все понимают, но естественно. Ладно, 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 ладно. Я теперь точно скажу, как в алфавите написано. Х и Б сидели на трубе. Б уехал за границу, Ха уехать не хотел. Он остался здесь и сел, ест баланду, не безе. Кто остался на трубе? Неправильно, ХЗ. Хозяйственники, хорошие хозяйственники, никто не угадал. Не, молодцы, классно. Аплодисменты всем, кто угадывал. А сейчас съемки игры самые... А ты не знаешь, а зачем эти люди на сцене за нами? Они отгадывают сейчас. Вот сейчас-то они начнут отгадывать. Ну, ладно, хорошо. А сейчас съемки игры самый безумный. Да. И ведущие. Противный канделаки. И Тина Бурдалаки. Темы, которые вы можете выбрать. Калужские кусты и лишайники. И мох. Мох. Но не стал. Что ты мог? Калуга, Коломна, Кашира, деревянное кольцо России. Экономика России в графиках и комиксах. Гарри Поттер и Кубок УЕФА. Волшебник страны 03. Ну, короче, выбирайте любую тему, вот вы выбираете сначала, но тем более вопросы не имеют никакого отношения к теме. Ну и к ответам, естественно. Так. Выбирайте тему. Асик, ты только отвлеки, пожалуйста. Асик, это твой? Он же усыновил. Ты когда убил-то? Он ему идет. Поддержите, пожалуйста. Наша команда. Вы тоже пока можете. А их команда. У нас готов.
задал первый вопрос. Да ладно. Кто первый полетел в космос? Собачка. Собачка. Первый полетел в космос, конечно, собака, но так вообще спутник первый. Ну, на самом деле, неправильно. Первым полетел монах Памфутий, но он не долетел, а упал с колокольни. Это всем известный факт. Так, ваш вопрос. А кто первым достиг Америки? Викинги. Колумб. Неправильно, из моего класса Михаил Эйзенберг. Хорошо. А сколько будет 567 разделить на 0? А сколько вам надо? Это будет смешно. Нет, но ответ неправильно. Можно разделить на 0? Я делила вчера. И как, получилось? Ну, на самом деле, получилось. Я вот 56-7 рублей делил на 0 нищих, и у меня все осталось. Нельзя делить, надо отнимать. Тоже логично. Было бы у кого. Так у нищих же. Да я отдаю. Хорошо, хорошо, очень сложный вопрос. А сколько будет 2 на 2? 7. Групповуха. Нет, вопрос неправильный. Ответ неправильный. Вопрос неправильный. Ребята, собачка! Нет, ну просто банальная драка. А, хорошо, у нас вопрос. А с чего начинается Родина? С буквы Р. Да, с буквы Р. Неправильно. Партия Родина не начинается, а уже кончается. Каков ребенок? А, вопрос. А сколько лет Калужскому кусту? Так выясняли же. Сейчас повторим. Сколько лет Калужскому кусту? 26. Столько не живут. Но вы, юная девушка, уж точно не помните. Ответ неправильный, я-то уж помню. Тогда я не с вами разговаривал. Ну и последний конкурс. Ну так, чтобы мы так, мы же размялись так. У нас называется караул. Типа конкурс ни о чем, то, что было до этого. Конечно, конечно, ни о чем. Мы же просто разминаемся, занимаем паузу, пока все репетируют. Последний конкурс называется караоке по-калужски. Ну, на нашем слете, в нашем кусте поются только две песни. Первая из них, сейчас я слова прочитаю. Я скачу там, где ветры летают. Ну, а вторая песня тоже всем известная. Я скачу там, где спят облака. Ну, именно их мы и будем петь. Так, а где нам музыка? Нам музыка нужна. Азику смените, пожалуйста, инструмент. А пригласите, пожалуйста, на сцену человека с гитарой. Азик, ты так привыкнешь. Азику инструмент смените. Нет, это тебе не отдам. Я чувствую, Азик, это он твой. Он твой. Так, человек с гитарой есть вообще в этом лесу? А вот какая-то новая песня. Я скачу там, где спят облака. Знаешь такую? Ну или хотя бы там, я скачу там, где ветры летают. Одно из двух, одно из двух. Давайте, поехали. One moment, please. Значит, показываем слова, и наши болельщики с нами тоже поют, да? Поют. Мы отсюда слова, а болельщику давай. Выпиваем. Come on, everybody. Застрявший во льду.
кухне, как торчащий в спине тумака. Как не глубинушку мы ее ухнем, как в палатке зимой под пыхом. Как глубинушку мы ее ухнем, как в палатке зимой под пыхом. Это песня калужского взлета, нам отцы завещали. Ну-ка, давайте. 3, 4. Это они болеют. Команда «Сударушки». Команда «Настоящие индейцы». Но на самом деле нужно все-таки, я считаю, что победили все. Особенно зрители, которые выдержали это все. Но призы зрителям мы вручать не будем. А все-таки мы вручим призы. Или вручим. Я не знаю, кто как. Давайте мы будем вручать призы. Кости. Команда «Сударушки» награждается как самая лучшая, самая активная, самая музыкальная, самая умная, в конце концов, и красивая, и спортивная, грамотой. Константин, аплодисменты. Татьяна. Юлия. Дмитрий. Азик. Азик! Я не поняла вообще, что это за болельщики. Это вы так, это вы подготовились к встрече, тот, кто будет за нами на сцене, вот так вот, да? Команда «Сударушки». У нас свои люди в той команде, да? Я чувствую, они лучше за нас болеют. Награждается Сверческий Илья как победитель всего. И награждается братья Матвей и Савелий Лисиченко как победители того, чего Сверческий Илья не победил еще.